Всем привет, народ! Думаю, многие уже в курсе, какая ситуация сложилась в нашей любимой вселенной по SCP. Один очень нехороший человек, который толком не вложил в ее развитие ни сил, ни времени, не имеющий никакого прямого отношения, решил перебрать всю вселенную, попросту зарегистрировав товарный знак. Естественно, это было сделано незаконно, нарушая как правила морали, так и посылая куда подальше авторов, а также лицензии, по которой все игры и другое творчество по SCP, собственно, распространяется. Ссылку, кстати, на эту лицензию вы найдете в описании, прямо под видео. Пользуясь незаконно добытым товарным знаком, он блокировал конкурентов, угрожал невинным людям тюрьмой, врал, кидал жалобы на ютуберов, которые открывали людям правду, а также банил неугодных пользователей. По правде, в дальнейшем он бы начал ставить палки в колеса нашей любимой SCP-SL, закрывая, например, сервера или попросту пытаясь вытянуть из них как можно больше денег незаконным путем. Но в конечном итоге мы, можно сказать, почти победили. Авторы нашей любимой вселенной официально послали данного уважаемого нахуй, сообщив о незаконности его действий, и теперь они будут готовить таскать его по судам, если понадобится. Нам, в свою очередь, остается лишь высказать свое народное мнение. Это можно сделать прямиком в группе ArtSCP, которая прибрала к своим ручонкам незаконно вселенную, которая, кстати, по сути принадлежит всем нам, обычным людям. Также можете кинуть на самого владельца группы жалобы за мошенничество. Ссылки на группу и его страничку вы найдете в описании. И да, данная жалоба будет абсолютно правдивой, ведь что сами правовладатели, что юристы подтвердили его вымогательство, угрозы и нарушение законов. Ну, а на этом я заканчиваю, ждите новых новостей и, конечно же, нарезок по SCP, они вот-вот будут.